Я приветствую всех. Сегодня 20 марта 2018 года. Сегодня весеннее равноденствие. И поэтому в этот прекрасный день, когда солнышко уже вошло в первый градус Овна, и с этого момента по всей планете Земля уже начинается, обновляется астрологический Новый год, именно в этот день, в этот вечер мы с вами посмотрим расклад ангельских карт Таро по запросу «Как откорректировать мечты?». А я прочитала, поскольку я работаю еще как преподаватель английского языка, да, онлайн, я прочитала сегодня такую красивую фразу, которой хочу поделиться. Именно в день весеннего равноденствия plant your dreams, plant your dreams. Начинайте вот как рассаду, да, вот ухаживать, высаживать ваши мечты, ухаживать за ними, взращивать. А для того, чтобы свои мечты взрастить до хороших, качественных результатов, нужно эти мечты пересмотреть, откорректировать, что-то, возможно, добавить в эти мечты, что-то лишнее, возможно, отсоединить, очистить. И поэтому в этом раскладе ангельских карт Таро я хочу попросить пространство ангелов и просто поле любви, океан любви, дать нам ясную информацию о том, как каждому человеку откорректировать свои мечты так, чтобы в этом новом году, 2018, мечты каждого человека имели доступ к тем возможностям для реализации, чтобы открылись новые возможности, перспективы, потому что каждый человек достоин того, чтобы его мечта осуществилась. Я вам этого желаю. Итак, поскольку не только мечты, а еще и есть некие тенденции астрологические о том, что нам нужно в этом 2018 году прорабатывать, я об этом писала в своем блоге Real and Magic, я ссылочку добавлю. Итак, первая задача для каждого человека, и с этой задачей наверняка у вас связаны мечты, это работа. Работа, либо деятельность, либо же любимые проекты, которые вам дают занятость, доход, или же это ваша активность, и вы хотите, чтобы там были результаты. Так вот, какая карта, какая мудрость нам говорит о том, что нужно откорректировать в сфере работа? Есть, есть, есть. Вау! Здорово! High Priestess, Верховная Жрица. Кто бы мог подумать, что для того, чтобы мечта касательно работы, активности, проектов, деятельности осуществилась, нужно соединить в гармонию знания по вашей работе, ваши навыки и в то же время добавить интуицию, чутье, добавить тонкое знание. А Верховная Жрица – это у нас, она под покровительством Луны. И я знаю, что в этом году, 2018, у нас более проявлено лунарное сознание. И это значит, что как можно чаще нужно обращаться к своему подсознанию, к своим каким-то глубинным подсказкам, инсайтам. И, конечно же, нужно изучать, вот в том деле, которым вы занимаетесь, нужно изучать не только то, что на поверхности, а быть таким, с одной стороны, да, проактивным, оригинальным в своем деле, но также просить небеса, просить тонких помощников дать вам
уникальнейшие инструменты для того, чтобы касательно вашей работы, вашей деятельности для вас открылись новые знания, новые какие-то стратегии поведения, и чтобы это было абсолютно в гармонии с вашей душой. Откорректировать мечту касательно работы и деятельности можно, если добавить инсайты, такие вот лунные, тонкие, глубинные осознавания. Если нужно, я в этом помогу. Хорошо, следующая наша карта – это вторая сфера, очень важная на 2018 год. Это сфера отношений и партнерства. Не тех отношений, которые поверхностные и которые на уровне флирта, знакомства. Нет, не об этом. В 2018 году, особенно сейчас, вот, да, вот с этого астрологического Нового года, солнышко сейчас на момент весеннего равноденствия астрологического Нового года, солнышко было в шестом доме и уже готово перейти в седьмой дом астрологический. Шестой дом – это работа, поэтому там очень важно тоже навести порядок. А седьмой дом – это отношения партнерства, бизнес-партнерства. И все те отношения между мужчиной и женщиной, между партнерами по бизнесу, по делу, которые эти отношения очень серьезные, очень значимые, эффективные, ресурсные. Итак, если у вас есть мечта касательно крепких, надежных, уверенных, серьезных отношений как с вашим любимым человеком, так и с партнерами по делу, по бизнесу, по такой сфере жизни, которую можно назвать «это союз», да? Это наш союз, и я в этом союзе чувствую себя уверенно, надежно, этому человеку я могу доверять. Наверняка у вас есть мечта касательно такого партнерства, союза, и поэтому мы смотрим карту, подсказку, которая говорит, как откорректировать эту мечту, чтобы результат был, ну, абсолютно прекрасный. Что такое? Так, партнерство это серьезно. Вот так выглядят вот такие настоящие оригинальные карты ангельские, да. И я хотела достать одну, они так вместе держались, и вот одна карта уже пришла. Вау! Ничего себе! Упс! Вот так вот. Я так и знала. Ха, как интересно. Это карта сила. В традиционном таро, как мы знаем, эта карта показывает женщину, которая одной своей ладошкой, просто мягким прикосновением успокаивает, усмиряет льва, да? То есть огромнейшую мощную силу природы, даже дикую неуправляемую силу, она одним своим намерением просто успокаивает, гармонизирует и делает мир, гармонию и решение всех вопросов. Значит, для того, чтобы откорректировать вашу мечту, сгармонизировать касательно сферы отношений и партнерства, вам нужно проявить мягкую, добрую силу. Ту силу, которая идет не от напора и давления, а это сила духа. Это сила внутреннего чувства, что я могу. И если мы говорим о вашей мечте, то вы можете вполне уверенно чувствовать: я могу, я имею право, я имею эту силу желать свою мечту, делать там нужные действия. И в данном случае, если мы говорим о партнерстве, то нужно входить в партнерство серьезное, надежное, как равноправный участник, да, партнер, не от чувства нехватки, мне не хватает любви, там,
от отчаяния, от страха, а просто заходить со своей силой, заходить со своим потенциалом огромным. Вот. И для того, чтобы выстроить в новом году достойнейшие, прекрасные отношения, нужно самому становиться очень сильным, очень собранным, очень ресурсным человеком, партнером, потенциальным партнером. Вот. Поэтому мне лично очень нравится, если сегодня такой прекраснейший день, я после медитации, я доверяю пространству, и если я спрашиваю, как откорректировать мечту, наверняка у каждого человека есть то, что желанно, и сейчас благодатное время, чтобы что-то пересмотреть, то карты нам дают просто грандиозные осознания. Оба варианта это у нас главные арканы Таро, Верховная Жрица, больше добавить для работы даже подсознания, инсайтов, я бы туда даже медитацию добавила. Не думать все время закрученно о работе, а добавить медитацию, добавить лунарное сознание. Лунарное сознание прекрасно работает, когда мы хорошо отдыхаем, когда мы позволяем нашему высшему Я, высшему потенциалу найти лучшие пути, лучшие решения, стратегии. Касательно отношений, чтобы выстроить прекрасное, серьезное, надежное партнерство, нужно иметь свою силу, свой потенциал, свою собранность. И заходить в эти отношения с чувством, конечно же, собственного достоинства, и с чувством того, что вы заходите в эти отношения, в это партнерство в долгую, серьезно, надежно, и что с вами будут считаться, и что ваше мнение, оно имеет право на очень такое, ну как бы воспринимать все. Всерьез ценить, любить, лелеять, но не от жалости, не от того, что ну ладно, давай уж будем вместе, вместе все-таки лучше держаться, чем поодиночку. Нет, не от этого. В отношения, в партнерство, в выстраивание бизнеса, в союзы, в содружество, ну хотя здесь больше вот о двоих идет речь, заходить со своей силой, со своей мощью, со своей уверенностью, прокачивать, развивать уверенность. И сейчас возьмем третью карту. Я в своем блоге писала больше о том, какие сферы нам нужно сейчас рассмотреть, какие сферы включаются в этот астрологический Новый год. Потому что именно карта, натальная карта, которая на сегодняшний день, на сегодняшний вечер, она как будто соляр на весь год. Потому что солнышко заходит в первый градус Овна. Это начало солнечного цикла, это соляр. И поэтому там есть очень актуальна тема работы, деятельности, тема отношений, партнерства. И вот я думаю, сейчас вот третью карту какую взять? Касательно экстрима, непредвиденных каких-то поворотов. Или же мы не будем это смотреть, потому что каждый для себя решит, не нужно лишнего рисковать, не нужно, ну как бы, нужно быть осознанным, аккуратным. Можно почитать у меня в блоге Real and Magic, почему я говорю, что нужно быть осторожным, потому что Уран, планета внезапности, планета вдруг таких вот непредвиденный разворот событий, она стоит в карте соляра на куспиде восьмого дома. Восьмой дом – это экстрим, это трансформация, и поэтому лучше это все проработать через страсть, через какие-то новые, опять же, новую страсть. Хорошо, я поняла, что мы сейчас смотрим. Мы смотрим третью карту касательно планеты Хирон.
То есть Хирон в Соляре говорит нам о том, что нужно учиться соединять в целое. Маленькие детали, некие осознания, учиться видеть, слышать, чувствовать, знать. Так вот, у вас есть мечта, и для того, чтобы она реализовалась, вам нужно научиться проявлять, использовать качество планеты Хирон, который у нас такой дипломат, он мягко, грациозно, культурно, дипломатично улаживает все конфликты и соединяет в целое, мирно, благородно, соединяет целое, самые лучшие результаты. Так вот, какое качество или что нужно в себе развивать для того, чтобы научиться максимально эффективно видеть, слышать, чувствовать, знать и соединять все воедино. Итак, чтобы мечта реализовалась, да? Да? Конечно, да. Так, 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 так. Ай, как много карт, как много хочется. Интересно, интересно, интересно. Снова главный аркан. 15-й аркан в ангельском Таро, он называется эго, иго. В традиционном Таро это 15-й аркан, но более темная карта, но она при этом очень мудрая. Абсолютно все правильно. Ангельский 15-й аркан нам говорит о том, что для того, чтобы ваша мечта реализовалась, чтобы быть таким дипломатичным, соединяющим воедино, действительно нужно поработать со своим эго, не думать, что я и так все знаю, я и так все могу, вот есть у меня мечта, я ее там буду напролом или своими методами реализовывать. Нет. Мне сейчас такое пришло, потише number one. Песня была такая, потише number one. То есть для того, чтобы ваша мечта реализовалась, нужно немножечко приглушить радио, звук своего голоса номер один, который в вас говорит, так, я все знаю, я все порешаю. Эта карта, 15-й аркан, нам говорит о том, что, во-первых, нужно избавляться от иллюзий, избавляться от зависимостей, имеется в виду просто зависимость от своих мыслей, от одинаковых мыслей, от одинаковых паттернов мышления, отношения к чему-то. Сейчас скажу что-то, мысль такая классная пришла, потом ушла. Камон, избавляться от цепей. Я не знаю, как вам это объяснить, но вот смотрите, для того, чтобы мечта реализовалась, чтобы откорректировать мечту, нужно снять, это метафора, какие-то цепи сковывающие. То есть снять ограничения, естественно, прикрутить вот этот голос, который говорит, так, я все знаю. И планеты Хирон и качества нам помогают видеть целое и просто, ну как бы, отдаться в этот процесс, который мы еще не знаем, но Хирон соединяет небо и землю. И для реализации нашей мечты уже есть какие-то совершенно новые возможности, которые нам предоставит Вселенная. И до этого мы додуматься не можем. Но нам нужно развивать способность слышать, видеть, чувствовать, знать на таком уровне открытого сознания, пластичного сознания, свободного от темноты, оков, ограничений. Собственно, 15-й аркан главный, это же, как мы знаем, это страх, ограничения, какие-то старые штуки, блоки, поэтому от этого нужно освобождаться. А я думаю, что это для нас очень прекрасные советы. Если кто знает Таро, вы посмотрите второй аркан главный Таро, 11-й или 8-й, потому что их меняли местами, тот, который сила. И 15-й аркан Таро – это
то, что нужно в себе проработать для того, чтобы откорректировать свою мечту. И сейчас, так, да? Сейчас имеется в виду, вот в марте месяце можно до апреля, а можно вообще в течение всего месяца, пока у нас зодиакальный знак Овен, можно свою мечту корректировать, добавлять новшества, больше новизны, конечно. Больше новизны добавляйте, больше глубоких таких познаний. Пожалуйста, узнавайте свою астрологическую карту, пробуйте узнавать дополнительные знания через мудрость Таро, через нумерологию, проводите время в медитации. И каждый раз, когда у вас есть свободное время, просто вот как будто останавливайтесь и присутствуйте, и скажите себе: я слышу, вижу, чувствую и знаю, что я, и дальше, что у меня есть сила, что я свободен, свободна. Я знаю, что моя мечта реализовывается сейчас по-новому. Даже если я не знаю как, Вселенная знает. Потому что я снимаю с себя цепи, оковы, ограничения. Потому что я доверяю своему высшему я, своему высшему потенциалу. Потому что во мне есть этот огромный потенциал. Потому что Вселенная каждому человеку вверяет этот дар, этот огромнейший, уникальнейший спектр качеств. Для того, чтобы из них вот взращивали люди свои мечты, свои результаты. Еще раз скажу на английском: plant your dreams. Взращивайте. Взращивайте свои мечты. Plant – это как… Интересно, что plant – это и растение, и в то же время завод, представляете? Но в данном случае говорится, что высаживайте, ухаживайте вот эти семена своей мечты и добавляйте что-то новенькое. Вот такой сегодня день, весеннее равноденствие, новый астрологический год. Я уверена, что этот астрологический Новый год, он очень сильный, потому что каждый год в одно и то же время. Нет, я не хожу с друзьями в баню, но каждый март в одно и то же время я замечаю, узнаю что-то особенное вот в эти дни. И лично для меня астрологический Новый год, когда солнце заходит, первый градус Овна, он значим. Он проявляется чаще всего на тонких слоях, и это ощутимо. Это то, что ничем не нельзя смешивать, не перепутаешь. Что-то есть в этом времени. Поэтому, пожалуйста, и ежедневнички свои доставайте, где ваши мечты записаны, впишите что-то новое, да? Верховная жрица, Луна, тайное знание, доверие Вселенной, сила, потенциал, мягкое, доброе проявление своей силы, вход в свои мечты с достоинством, с уверенностью и снятие ограничений. Все время сканируйте себя на то, насколько вы чувствуете себя свободным, по-честному, не притворяясь, а по-честному. Вот над этим нужно работать. Я желаю всем очень удачного Нового года, чтобы Вселенная и просто реальное пространство вам помогали, чтобы вам нравилось проходить этот новый цикл, который интересный, который для вас какой-то особенный. И пусть у вас получится гораздо больше, чем вы запланировали. Всех благ, всего самого-самого доброго, прекрасного. С любовью, я и все добрые силы, которые передают нам эту информацию и вдохновение. А на моем сайте в блоге real8magic.com можно прочитать чуть больше о том, что для нас ключевое, какие сферы ключевые в этом 2018 году.